Возглавить одно из отдаленных сел предложил Алексею Навальному губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Оппозиционер раскритиковал власти края после скандала с селом Средние Пахачи, где министр ЖКХ запустил несуществующую котельную. Как заявил Илюхин ведомостям, Навальный транслировал на всю страну неправду, сообщив пользователям, что на котельную в Средних Пахачах в течение 20 лет тратились бюджетные деньги. Илюхин отметил, что общепоселковой котельной там нет. Все эти годы село отапливается за счет угля, электричества и дров. Что касается министра ЖКХ, то он сейчас находится в селе и, цитирую, «устраняет проблемы в своих знаниях о Камчатке». Илюхин предложил Навальному последовать примеру министра и радикально улучшить свои знания о полуострове, а также попробовать возглавить одно из сел и получить бесценный управленческий опыт.